Здравствуйте, друзья! Я рад всех видеть на канале. Поздравляю вас с 23 февраля. Желаю вам крепкого здоровья и мужества. Мужества и еще раз мужества. Праздник этот мужской. И всем мужчинам желаю самого главного мужского качества. Это мужество, а еще справедливости, строгости, суровости челябинской. В общем, всего-всего вам самого наилучшего. О чем сегодня будет видео? Рассказываю, значит, историю. Все мои друзья прекрасно знают, что я занимаюсь старыми магнитными лентами. Что я коллекционирую старые записи на магнитных лентах. И вот в честь 23 февраля один мой друг подарил мне вот такую вот катушку. На этой катушке запись. Запись неизвестная. Шазам эту запись не определяет. Сам он тоже не знает, что там записано. Поэтому я так думаю, что почему бы нам с вами эту катушку не послушать. Давайте мою 23 февраля радость разделим с вами вместе. Зарядим катушку, послушаем, заодно попытаемся разобраться все вместе. Что это там записано? Какая группа или какой, может быть, певец? Какого года эта запись? Ну, для того, чтобы и я знал, что здесь записано, и все, кому любопытно, тоже расширяли свой музыкальный кругозор. Ну, давайте начнем, послушаем. Thank you.
Thank you.
стой ноги, пароли так легко найти. Свое плохое настроение. И я тогда отключила магнитофон. Из чердака услышал громкое ура. Обозревая лимонстол, под этот старый рок-н-ролл, Мадонна пела, пела, пела до утра. Туда-сюда она моталась в ожидании рок-н-ролла. И я тогда опять включил магнитофон. И решил, когда услышал громкое ура. Ура! Там открывая лимонстол, вот это старый рок-н-ролл. Ворона пела, пела, пела до утра. Кавказа, я Бреста докурил, за рулем родного Маза тону в Рим и скурил. Не звонить, не шли мне письма, не давай мне телеграм. Я абсолютно независима, сегодня здесь я забрал. Я давно знаком, еду с легким сердцем и тяжелым кулаком, чтоб холодною зимою было на душе тепло. Я приклею двух красоток и журнала на стекло. Не звони, не шли мне письма, и давай мне телеграм. Я абсолютно независима, сегодня здесь я забрал. Попрошу у Бога, чтоб залил мне полный бак. Плюну трижды на дорогу, на педаль нажмет нога. И помчусь я в гости к Богу или к черту на рога. Не звони, не шли мне письма, и давай мне телеграм. Я абсолютно независима, сегодня здесь я забираю. Давай мне телеграм. Я абсолютно независима.
что здесь я забыла.
Странный круиз Самба Тропикана. Белые паруса, ветры с океана и голубые небеса. Самба Тропикана, дальние острова. Самба Американа. Oh,
женщина. Все позади, все позади, женщина.
ночь, сны прогоняя прочь, ветер свистит в пустом кармане. Он как матерый волк, жизнь познавший толк, бродит один в пустом тумане. И для него всю ночь сны прогоняя.
запись, особенно в конце катушки второй стороны, песня вообще просто бомба. Если вы знаете, кто это в дописи и кто вообще записан на этой катушке, особенно на первой стороне, пожалуйста, пишите в комментариях. Я так думаю, что на второй стороне, наверное, группа «Мастер». Надо будет это проверить. Остальные, кто на первой стороне, кто в дописи на второй, я не знаю. А на сегодня все. До новых встреч в эфире. Спасибо, что смотрите. Пока. Тихон, скажи, мужики, всем привет и с праздником. А? Mm-hmm.